в Рязанской области успешно проходит уникальный эксперимент по восстановлению популяции белого аиста. В середине апреля, на месяц раньше положенного срока, нелетная пара Руслана и Гоша вывела в закрытом вольере 5 птенцов. Двое младших, к сожалению, погибли. Зато старшие выросли большими и крепкими. Напомним, в прошлом году эта же пара вывела и благополучно вырастила 2 птенцов. На этом приятные новости не закончились. 25 мая на территорию питомника вернулся прошлогодний выпускник с подругой. Сначала пара прогулялась по территории и затем поселилась на 12-метровой опоре с гнездом, приготовленным специально для такого случая. Тем временем семейство Гоши и Русланы, когда птенцам исполнился 1 месяц и 3 недели, перевели в открытый вольер. На новом месте аисты адаптировались сразу. Через неделю после этого события 2 птенца при подходе человека к вольеру впервые слетели с гнезда. Один приземлился на крышу пустого вольера. Второй попытался сесть на 12-метровую опору с гнездом, в котором поселилась прилетевшая пара. Но был согнан хозяевами и оказался в пойме оки. Орнитологам пришлось поволноваться, найдут ли птицы дорогу домой. К счастью, птенцы вернулись, и семейство в полном составе ночевало в гнезде. Сейчас птенцы регулярно гуляют по территории, а ночевать возвращаются в гнездо. И это не все новости. Недавно на территории питомника появился еще один дикий аист. Сначала он попытался отвоевать гнездо у прибывшей недавно пары, а затем посягал на владение Гоши и Русланы. Хозяева встретили чужака неприветливо, и птица вынуждена была отступить. Но при этом территорию питомника не покидает. За дальнейшими событиями можно наблюдать онлайн. Ссылки вы найдете под видео.